истинный Бог наш, молитвами причисти Своей Матери и всех святых, помилуй ты, спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беседа о верности Богу. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Послание к Галатам, 3 глава. Верность – неотъемлемый элемент любви, а любовь – неотъемлемый элемент настоящей веры. Об этом говорит нам Священное Писание Ветхого и Нового Завета. «Возлюбить Бога всем сердцем и служить только Ему одному», повелевается израильскому народу. Книга Второзакония, 4 глава. Иисус Христос многократно называет неверующих иудеев родом неверным, неверующим, прелюбодейным, потому что они неверны Богу. Метафорой для иллюстрации неверности человека Богу является образ неверности в супружестве. Книга «Премудрости Соломона», глава 8, «Песни, песней» и другие. Любое зло – это прелюбодеяние пред Богом. Нарушение верности, союза с Ним. Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягает язык свой для лжи, усиливается на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 9 глава. Апостол Павел в послании к Галатам называет Авраама верным, потому что он был верен завету с Богом. Верность Авраама неразрывно связана с доверием Богу, верой Ему. В послании апостолов свое слово «верный» является синонимом «верующий во Христа». Это второе послание Коринфянам, к римлянам послание – и третье послание Иоанна к Иоанну, и первое к Тимофею. Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Евангелие от Луки, 16 глава. Малым называется в данном случае собственность, мамон, богатство неправедное. Не потому, что добыто нечестным трудом, а только потому, что является ненастоящим благом, то есть малым. Если человек не может честно обходиться с ненастоящим благом, то есть не верен в этом малом, то он не может рассчитывать на истинное богатство от Бога, то есть на дары благодати. Ведь если человек нечестен, то его нечестность в сочетании с даром Божьим будет содействовать злу. Если человек груб и зол, то дар чудотворения может быть направлен не на умножение любви, а на разрушение мира. О верности в малом рассказывается в притче о верном и благоразумном рабе. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. А если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба твоего в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, 24 глава. Неверность разрушает отношения не только между людьми в семье, но и с Богом. Если человек любит верность, любимому является естественной, в то время как неверность – признак не любви. Аминь. Аминь. Так, кто готовился к исповеди, оставайтесь. Следующая исповедь будет у нас